Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Гийом де Баплан о потопе». Значит, на просторах интернета нашел вот такую интересную книгу Гийома Левансера де Баплана «Описание Украины». Значит, где он упоминает факт потопа. Значит, давайте для начала посмотрим, что это за мужик такой был. Левансер де Баплан. Гийом. Википедия. Вот, значит, смотрите, вот так вот книга выглядит. Можете на нее посмотреть. Есть она на Яндексе. Но я бы вам так сразу сказал бы, что не стоит ему доверять. Почему? Потому что был он, ребята, француз, нанятый француз. И писал он, естественно, скорее всего, брехню. Так, Гийом Левансер де Баплан. Французский военный инженер и картограф с начала 1630-х годов до 1648 года. Находился на польско-литовской службе, преимущественно на территории нынешней Украины. В 1637-38 годах принимал участие в походе Канцпольского на Павлюка и Острятина. Ну и вот тут вот, значит, можете. Вот, значит, он здесь в этой книге описывает. В основном книга-то как бы не о Украине, а речь идет о запорожских казаках, где он рассказывает их быт и так далее, чего, откуда, где. Ну, я вам сейчас некоторые места интересные отсюда зачитаю, а потом уже, чтобы ролик не затягивать, прочитаю вам, что он, значит, здесь рассказывает о самом потопе. Так, поехали. Наисиятельшему, державнейшему государю Иоанну Казимиру, Божьей милостивлю, королю польскому, великому князю литовскому, русскому, прусскому, мазовецкому, самогитскому, лифлянскому и прочее, наследному королю шведскому и вандальскому. Государь, великое пространство, отделяющее меня от королевства польского, не препятствует повергнуть к стопам вашим плоды моих трудов. Давно уже я оставил Польшу, но время не ослабило моей ревности к службе вашего величества. Я не покидаю пера своего с надежд, что произведения оного могут принести удовольствие вашему уму и полезное развлечение вашим взором для удовлетворения всем не одними пустыми словами, а самым делом. Я осмеливаюсь в глубочайшем благоволении всепокорнейше представить. Вот так, значит, он этому самому Казимиру лижет задницу. Ну и, как всегда, не упустил случая, значит, он кинуть в нашу сторону, я имею в виду, в сторону русских, камушек в огороде. Давайте кое-что вам зачитаю. Так. Киев, называющийся прежде Кизовией, есть один из древнейших городов европейских. Это доказывают и следы прежних окопов его, и развалины церквей, и древние гробницы государей, и старинных храмов, до ныне уцелели только два – воспоминания времен минувшей, Софийский и Михайловский. От прочих же остались одни развалины, из коих замечательные полуразрушенные стены храма святого Василия, вышиной от 5 до 6 футов, покрытые греческими надписями. Сие надписи вырезаны более нежели за 1400 лет перед сим на алебастре, во время почти совершенно их сгладила. В развалинах открывают гробницы многих русских князей. Так, поехали дальше.
Так, все казаки умеют пахать, сеять, жать, косить, печь хлебы, приготовлять яство, варить пиво, мед и брагу, гнать водку и прочее. Все также без различия пола, возраста и состояния стараются превзойти друг друга в пьянстве и бражничестве. И едва ли найдутся во всей христианской Европе такие беззаботные головы, как казацкие. Впрочем, справедливо и то, что они вообще способны ко всем искусствам, хотя некоторые из них опытнее в одном, чем в другом. Встречаются также между ими людьми с познания высшими, нежели каких можно было бы ожидать от простолюдинов. Одним словом, казаки имеют довольно ума, но заботятся только о полезном и необходимом, особенно о таких вещах, которые нужны для сельского хозяйства. Веру казаки исповедуют греческую, называя ее русскую, быв уверены, что от соблюдения праздников и постов зависит блаженство будущей жизни. Они строго соблюдают их, воздерживаясь во время поста, то есть около 8 или 9 месяцев в году от употребления мяса, но за это постничество они вознаграждают себя вдоволь напитками. И я уверен, что нет на свете народа, который бы мог сравниться с казаками в пьянстве. Казаки наиболее показывают храбрость и проворство в табор, огороженные телегами, или при обороне крепостей. Нельзя сказать, чтобы были плохи и на море. Но не таковы на конях. Я сам видел, как 200 польских всадников рассеяли 2000 отборных казаков. То есть, понимаете, леща кидануло-то полякам французским. Эх, блядь, этот, как его, блядь, лягушатник хренов. Правда, что сотня их в таборе не побоится ни тысячи ляхов, ни несколько тысяч татар. Русское дворянство, которое, впрочем, в Украине немногочисленно, походит на польское и стыдится, по-видимому, исповедовать иную веру, кроме католической, которая ежедневно обретает в нем новых приверженцев. Так. Несмотря на то, что все вельможи и князья ведут род от русских. Крестьяне находятся в жалком положении. Они принуждены 3 дня в неделю ходить на барщину и за землю, смотря по величине участка, давать господину несколько четвериков хлеба, несколько пар каплунов, кур, цыплят и гусей. Оброк сей сбирается около Пасхи Духова дня и Рождества. Сверх того, они возят дрова на господский двор и исполняют 1000 других изнурительных и несправедливых требований, не говоря уже о денежном оброке, о десятине, совет свиней, меду и со всех плодов. По происшествии же 3-летия они отдают 3-го вала. Одним словом, все, что только не понравится господам их, крестьяне принуждены уступать. А потому и неудивительно, если сии несчастные не умеют у себя, как говорится, ни кола, ни двора. Но это еще не все. Помещики отнимают имение у крестьян, располагают произвольно и жизнью их, так неограниченной вольностью польского дворянства. Вот это значит француженка, французишка, хренов, блядь, почему-то, блядь, не упоминает самого главного, ребята, он не упоминает жидву во всем этом деле. Поэтому я вам и говорю, что верить ему на все, что тут написано, это сразу можно делить на 16. Так. Возвратимся к описанию Украины. Вот тут вот, значит, ребята, я и хочу вам зачитать то, что он пишет о потопе. Возвратимся к описанию Украины. Некоторые ученые думают, основываясь на доказательствах,
смею сказать, неоспоримых, что в древние времена, когда старый Киев был в полном блеске, Черное море не имело истока через пролив Константинопольский, и равнины между Днепром и Московией были покрыты водою. Якори и другие вещи, открытые за несколько лет на берегах Сулы близ Локвицы, подтверждают сию догадку. В прошлом же города, рассеянные по равнинам, едва ли старее нескольких веков. Любопытствую узнать что-нибудь о старине отдаленной, и я желал порыться в русских архивах. То есть, понятно вам, ребята, да, чего они в Москву-то перлись от 1812-м? Так, в русских летописях. Но тщетно, сколько не расспрашивал я ученейших украинцев, узнал только то, что беспрерывные войны, опустошая Украину, не пощадили книгохранилищ и предали их в жертву пламени. Но что по древнему преданию украинские равнины были покрыты морской водою, то в таком состоянии они могли находиться за 2000 лет, и что древний Киев за 9 веков до нашего времени был совершенно разрушен, исключая двух храмов, нами описанных. Можно присовокупить к всему и то, что все без исключения развалины древних замков и укреплений украинских лежат на горах и местах возвышенных. Это также заставляет думать, что места ровные были покрыты водою. Присоедините к тому еще медные монеты, найденные в погребах разрушенных замков. Как бы то ни было, но равнина между Борисфеном и Московией, за исключением северного берега Сулы, Ворхслы и Псиола, имеет почву низменную и песчаную. Это яснее видно на приложенной карте. Реки по оной текут медленно, едва заметно. Если вспомните при сём быстрое стремление моря Черного в белое, то есть, понимаете, белое море, это значит, как оно, ох, Средиземное. Через пролив Константинопольский вы убедитесь, что украинские равнины были некогда покрыты водою. Вот, значит, такая интересная книжка, ребята, которую я вам рекомендую прочитать. Баплан описания Украины. Можете, значит, вот на этом сайте. Это, значит, я уже оставлял там ссылки на библиотеку Конгресса, а можете, значит, вот здесь вот ее и найти. Вот она. Видите, да, можете вот в современном варианте, можете вот в старинном варианте. Короче, смотрите и читайте на здоровье. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.